Всем привет! Сегодня я вам расскажу про то, как снимать деньги с польских банкоматов и как туда их класть. У нас ситуация такая, то, что деньги приходят оттуда, да, на карточку Сбербанка, поэтому мы снимаем и кладем на польскую карточку. Вот. А на что обратить внимание и как взаимодействовать с иностранной техникой на польском языке, я все покажу в ролике. Так что смотрите, я думаю, будет интересно, потому что если вы первый раз сталкиваетесь с этим оборудованием на польском языке, соответственно, часто возникают вопросы. Да, вопросы есть. Все, смотрите видео короткое, я думаю, там все будет понятно и ясно. Сегодня получили денежку на карту Сбер. Я, естественно, ее замажу. Вот. И нашли банк, банкомат банка Пекао. Вот такая вот у него эмблемка. Итак, вставляем карточку. Выбираем польский. Прошу подождать. Вот. Вводим пин-код. Нажимаем. Вот. И попадаем в меню. Ищем. Тут слово выплата. 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 Изменить пароль. Доступные средства. Нажимаем выплату. А вот предлагаются суммы к получению. Почему Пекао? Потому что он не берет дополнительные проценты. Иные банкоматы других банков сначала перевозят в доллары, а потом из долларов перевозят в злоты, и того получается неплохая такая потеря в деньгах. Вот, на пробу 3000. Акцептуй. Так, спрашивает, чи выдрукувач поквитование транзакции? Не, нам чек не нужен. Все заработало, закрутилось, завертелось. Сейчас, короче, выдаст карточку. Так, вот не забываем карточку. Хотя он без карточки денег вам не даст. И вот 3000 злотых. Теперь поедем, поищем ПКО, в котором мы говорили, открыли счет, и в котором у нас карточки. Ну и, соответственно, положим денежку туда. Так, а теперь положим денежку. Для этого нам нужно банкомат, на котором написано «Вплатомат». Остальные банкоматы денежку не принимают. То же самое, вставляем карточку. Вводим пин-код. Так, выбираем услуги банкомата, вплата, выплата, внесение, снятие, вплата, предупреждение о том, что без углов, мятые, скрепки,
мелочи и прочее. Далее. А здесь надо внести сумму, которую мы вносим. 150 штук, не более. Положили денежку. Вот он их пересчитал. Принимаем. Собственно, квитанция. И, собственно, карточка. Так что, ребятульки, ничего сложного нет.